Комфорт Петербургского международного экономического форума формируется, а точнее печатается в Перми. Компания Евгения Матвеева свои разработки в Санкт-Петербурге тоже представила. Как-никак сделали самый большой, полностью российский 3D-принтер. На нем для удобства и напечатали с десяток кресел для участников. Раз у нас уж появился самый большой 3D-принтер в России, мы решили, что для родного экономического форума в Питере, который проходит, было бы хорошо сделать какой-то интересный кейс. Одно кресло печатается 6 часов. Учитывая, что товар штучный и сделан практически из ничего, получается даже быстро. А тут еще и форму можно придать любую. Специально для экономического форума поработали над эргономикой. На полях форума разговор заходит о развитии системы водного транспорта. Пермская судоверфь возобновила работу в 2021 году. Уже успешно выполнил несколько крупных заказов по строительству остановочных комплексов для судов на электротяге. Компания Citronics Group намерена развивать это направление, поэтому и подписывается соглашение об инвестициях при участии губернатора Дмитрия Махонина. Еще одно соглашение подписывается сразу между тремя регионами – Прикамье, Тюменской области и Башкортостан. Все участники национального проекта «Наука и университеты», в рамках которого в каждом субъекте будет возведен университетский кампус мирового уровня. Создать, построить стены – это полдела, мы это хорошо умеем. Главная задача, которая перед нами стоит, это содержательное наполнение наших кампусов. Соглашение предполагает расширение взаимовыгодного сотрудничества еще на этапе возведения кампусов. Об общих образовательных программах и специализации лучше подумать заранее. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что будем обмениваться лучшими практиками, где-то показывать и свой опыт. Но в целом эти соглашения являются очень правильными, поскольку только вместе сообща мы будем достигать успеха. Стенд Пермского края на экономическом форуме виден издалека. Посетил его и Игорь Комаров. В присутствии полномочного представителя президента при Приволжском федеральном округе подписывается соглашение о развитии городского пассажирского транспорта между правительством Пермского края и руководством КАМАЗа. С 2015 года в регион поставлено уже 369 автобусов НИФАС. Сегодня пришло время электробусов. Мы ждем в течение этого года 16 электробусов, всю необходимую инфраструктуру, то есть и запускаем в Перми первый маршрут на экологически чистом транспорте. Еще один шаг в будущее – развитие фиджитал-спорта в Прикамье. Это направление предполагает совмещение классических дисциплин с виртуальной реальностью. Презентация прошла при участии заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Он – руководитель оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми, и главные спортивные мероприятия в краевом центре в этом году еще впереди. Дальше продолжаем ждать высоких гостей в Пермском крае, исходя из их графика. В ближайшее время я убежден, что все эти уважаемые гости посетят Пермь и увидят, что удалось достичь в развитии краевой столицы, ну и вообще Пермского края в целом. Ощутимый результат участия пермской делегации в экономическом форуме – утвержденный план реконструкции стадиона «Юность». Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» выделяет на модернизацию спортивного объекта 1,5 миллиарда рублей. Работы планируют завершить к концу следующего года. Сергей Овчинников, Александр Сигалаев, «Вести», Пермь.